Утром 12 февраля около сотни водителей пассажирского автотранспортного предприятия в Актюбе объявили забастовку, требуя повышения заработной платы. Предприятие обслуживает 19 городских и пригородных маршрутов. На его балансе 90 автобусов. По словам работников, зарплата – не единственная нерешенная проблема в компании. Менее чем через час после начала забастовки к водителям вышло руководство автопарка. Один из водителей заявил, что зарплату в 32 тысячи не выдают в положенные сроки. Күнде біз 70 мың теңге ақша тапсырамыз сізге. Күнде. Без перерыв. Суббота воскресенье 40-45 мың тапсырамыз. Менің алатын айлығым 32 мың теңге. Сіз мен үндемеу үшін сізге қарсы. Неге уақытында маған сол 32 мың теңге ақшамды бермейсіз? В ответ на это руководство пассажирского автотранспортного предприятия заявило, что зарплата зависит от количества отработанных часов. По словам руководства, чем выше нагрузка, тем больше зарплата. Услышав это, водители потребовали повышения заработной платы до 200 тысяч тенге. Сондықтан, с чего бы я тебе зарплату поднял? Здесь топливо, жиженый газ, метан, шиу. Сол шиуның ақшасы төленбей, бүгінгі қарызға кірді да мекеме тұр. Ал енді бүгінгі күнде мен істеп жатырмын. Бүгінгі күнде қазір метанға мен 14 миллион айына төлеймін, жігіттер. 14 миллион жидкий газбен, жиженый газбен, здесь топливоға төлеймін. Сонда 28 миллион ақша ток ГСМ-ге кетеді екен. Руководство компании заявляет, что большинство маршрутов убыточные, но ситуация может улучшиться, если государство предоставит субсидии и компенсации. Бастующим прибыли представитель инспекции труда и аким Актюбе Асхат Шахаров. Они призвали водителей вернуться на рабочие места. Қазір бухгалтерия болсын, басқа да мәселе аралап шығып, басшылармен осы мәселені шешуге кешке дейін жауабын берем, қалай болады. После слов акима большинство водителей сели за руль. Тысячи актюбинцев и жителей пригорода из-за забастовки не дождались утром автобусов. По данным руководства предприятия, в будние дни транспорт автопарка перевозит 1,5-2 миллиона пассажиров.